В Уральске завершилась региональная спартакиада по пяти видам спорта среди работников государственной корпорации и правительства для граждан. Нельзя не отметить, что каждый филиал поддерживает здоровый образ жизни и проводит спортивные состязания внутри коллектива, но на большой площадке их встреча состоялась впервые. И такие встречи очень объединяют, считают организаторы мероприятия. Участники спартакиады сумели создать атмосферу большого спортивного праздника. Состязания проходили по пяти дисциплинам – волейбол, футбол, шахматы, настольный теннис и перетягивание каната. В них приняли участие сотрудники четырех филиалов госкорпорации – Мангыстауской, Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей. Приехали более 100 спортсменов, наших коллег из государственной корпорации правительства для граждан. Основная цель – это формирование здорового образа жизни. Это, конечно же, укрепляет вот такие соревнования, укрепляют корпоративный дух. Коллеги друг с другом знакомятся, общаются, обмениваются опытом. Поэтому это очень как бы нужно, поэтому это для нас очень важное мероприятие, которое мы проводим в Уральске вот впервые. Мероприятие проводится впервые, но в дальнейшем региональная спартакиада обретет статус традиционной. В коллектив правительства для граждан входят не только работники ЦОНов, но и землеустроители, геодезисты, регистраторы по недвижимости и юридических лиц, работники социального блока. Помощь в организации мероприятия оказало областное управление физической культуры и спорта. Девизом спартакиады стал слоган «Одна команда, одна цель». Высокую организацию оценили гости из соседних регионов. Мы из Атырауской области. Подобный турнир проводился около 8 лет назад. Сейчас очень хорошая организация, и все показывают хорошую игру. Всем желаем удачи и победы сильнейшей команде. В состав команды Западно-Казахстанской области вошли и представители районных филиалов. Несмотря на расстояние, все приехали с удовольствием и боролись за победу с большим азартом. Чувствовалась командная работа и хорошая слаженность внутри коллектива. Многие на таких масштабных соревнованиях впервые со школьных времен. В школе, когда училась, участвовала в соревнованиях, ходила на секцию волейбол, баскетбол, легкая атлетика. Это помимо от работы еще как бы развиваешься. В плане духовно, ну и физически это в первую очередь. Я очень рада, что вот организовали такую спартакиаду, что участвую, приехала с Букьярдинского района. По итогам спартакиады команда Западно-Казахстанской области заняла первое место по волейболу и шахматам, второе место по настольному теннису, по футболу и третье место по перетягиванию каната. Таким образом, приуральцы выбились в лидеры и признаны сильнейшей командой. В конце мая они будут защищать честь региона на республиканской спартакиаде, которая пройдет в Акмолинской области. Екатерина Шмидт, Алтынбек Танышкалиев, Айдос Кесимов, телеканал Акжаик.